Посвящение Александру Залдостанову. Для чего же тогда родиться, если людям не пригодится? Если жить только бытом довольным и свидетелем быть невольным, лишь свидетелем быть забытым, не участником этой битвы, лишь смотреть это все с дивана, покурить, кофе пить из стакана. Ты попробуй-ка выйди на волюшку, крикни коня в чистом полюшке, пусть не конь к тебе мчит, мотоцикл, поменяется жизни цикл. Ты уносишься ввысь вместе с другом, оставляя внизу в жизни угол, а враги тебя бьют и мечутся, но лишь сами они калечатся. Не простишь им ни зла, ни обмана. Будь таким, как хирург Залдостанов.